как сделать гигачада в Melon Playground. Надо взять яблочного человечка Эппова, заспавнить, убрать лист, надо его сжечь, надо приготовить огнетушитель. Итак, надо ждать. Огнетушитель у меня есть. Итак, надо вот так. Что-то красный глаз. И нам надо вот такой вот красный шприц. И теперь нам надо убрать огнетушитель. И надо заспавнить. Ой-ой-ой, петарда взорвалась. А бороду забыл. Итак, надо китайскую петарду взорвать. Опа-на, борода готова. Борода. Итак, нам надо следить за ней. Опа, лечу. Я еду. Валим на гелике. И все, наш гигачат готов. Хотите фильм, ждите следующее видео.